Tum-tum-tum! 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 Pip.
Ты тоже из негорящих, верно? Вы, безликая нежить, ведете себя так, словно чего-то стоите. Неважно. Запомни мои слова. Если в тебе осталось немного разума, найди себе гроб и спрячься в нем. Здесь, в земле опустошенных, ты словно хрупкая дева в авангарде войска. Если у тебя, как и у других, достаточно глупости, чтобы играть в чемпиона, тогда вперед, следом за заброшенной церковью. Ты найдешь свою смерть. Приятного будет мало. Смерти будет достаточно, чтобы сломить тебя снова и снова. Да. Если у тебя, как и у других, достаточно глупости, чтобы играть в чемпиона, тогда вперед, следом за заброшенным. Если у тебя... Прошу прощения, я размышлял. Я Сигвард из Катарины. Честно говоря, я в неловком положении. С тобой бывало, идешь мимо белой березы, и тут в тебя попадает огромная стрела. Что ж, я полагаю, что стреляют с той башни. Кто бы там ни был, я им вправлю мозги. Но мне нужно подняться наверх. И в этом-то проблема. Этот механизм позволяет только спуститься, понимаешь? Ну, это не особо помогает. Этот механизм позволяет только спуститься. Но знаешь... Но если немного прогреть, то в конце концов... Нет. Нет. Придется поработать головой. Подумать. Кто ты такой? Всегда рад помочь. Всегда рад помочь.
О! Не пропадай так, я даже разволновался. Но благодаря тебе меня посетила гениальная идея. Я разгадал загадку этого непостижимого устройства. Иногда я начинаю в себе сомневаться. Я поднялся вверх на башню, как мне казалось, а потом каким-то образом оказался здесь. Не уверен, как так получилось. Как бы то ни было, видишь, вон там здоровое такое чудовище. Я не трус, и рука моя тверда, но при взгляде на него у меня мурашки по коже. Так что подумай дважды перед тем, как отправиться туда. Я мог бы попробовать образумить его. Нет, ничего не выйдет. Он слишком горяч. Придется поработать головой, подумать. Я мог бы Нет! Надо было подождать! Ну, теперь уже поздно. Я Сигвард, рыцарь из Каталина, на твоей стороне. Тебя слишком много. Мы, не горящие, должны помнить о своем долге. Но прямо сейчас нам есть что отпраздновать. За твою отвагу, за мой меч и за нашу победу. Пусть солнце светит вечно! После хорошего праздника нет ничего лучше сна.
А что? Еще один момент. Для пропитки с самоцветами хочешь? Осторожно. А, вот ты где. Я тут подумал. Ты знаешь, что я всего лишь вор. Пожалуй, я пойду осматриваюсь. Все уже или мертвые, или опустошенные, так что пойду раздобуду сокровища или оружие для тебя. Ну, что скажешь? Спасибо. Ты не разочаруешься. Когда-то Серокрыс был хорошо известен, пока не загремел в тюрьму. Когда-то... Прощай. О, чемпион. Берегись. Добро пожаловать домой. Очень хорошо. Прощай. У подножья замка Лотрика осталась старая тропа. Эй! Thank you.
Осторожно, так. Прощай.